Две недели спортсмены будут набирать форму в тренажерном зале, а ловкость и скорость оттачивать на баскетбольной площадке. Тренеры уже начинают разрабатывать тактические схемы. В конце месяца наставники устроят просмотр игрокам и на ледовой арене. Играть и тренироваться хоккейный клуб «Сочи» будет в Олимпийском парке во дворце «Большой». Как отметили многие игроки, начинать новый спортивный проект в городе, где прошли Олимпийские игры, вдвойне ответственно. Это большая честь, потому что создается новый клуб. И, как у нас тренер сказал, на олимпийской земле. И, наверное, каждый сюда попал не просто так. А так дворец, конечно, шикарный. Мы там уже даже заблудились пару раз. И не всегда туда легко попасть. А так все со временем образуется. Все, привыкнем к городу, к дворцу. В четверг, 17 июля, хоккейный клуб «Сочи» представит свой логотип, а также официальную страницу в интернете.